Меня зовут Дэвид, Вабуна Дэвид, факультет фундаментальной медицины. Я только что выпускался. Вот, я благодарю Бога, что я закончил. Мне нравится, как преподают. Конечно, есть и плюсы, и минусы. Я могу сказать, что-то не нравится, что-то нравится. Но, в общем, я могу сказать, что мне нравится, что я учился здесь. Я получил свой диплом, и знания, и опыт. И я думаю, что я могу практиковать, я могу заниматься врачом. И я удовлетворен, что я есть на это место. И спасибо. А что бы вы хотели пожелать международным студентам? Я желаю, чтобы они старались больше достигнуть то, что они желают. Те, которые желают достигнуть выше, они могут это сделать с помощью вашего преподавания, преподавателей, профессора, и поддержка, и защита, и утешение, которое дает нам, как иностранцы. И мы можем смещаться, очень много студентов с разных стран. И мы из Африки тоже чувствуем себя дома, что мы здесь. И я тоже желаю, чтобы были больше африканцев, чтобы они приехали, учились, научились, могли бы разговаривать по-русскому, так же, как я. Даже лучше, я думаю. И на английском, конечно. Вот. И спасибо.